Бранденбург 800 распределен поротно между штабами авангардных армий с задачей захвата переправ в тылу советских войск, а также разрушения линий связи и диверсий. Полк полностью обеспечен русским обмундированием. Многие знают русский язык. Операция намечена прежде всего у мостов через Буг и Двину, а также в районе крепости Брест. Сегодня в 21 час мы посылаем в Брест эшелон с углем в счет поставок русским по торговому договору. В этом эшелоне вагоны с двойным дном. Вот посмотрите макет. Здесь располагаются три диверсионные группы. Хорошо придумано. Итак, выдвижение войск к границе начать 21-го в 19 часов. Простят меня зрители, но данный видеоматериал смонтирован по настоятельной просьбе подписчиков и не является переходным элементом для смены контента канала, а скорее исключением из правил. Многие жалуются на некачественную озвучку. Друзья, на свою флотскую пенсию с учетом вычеркнутых подфлажных лет мне не потянут приобретение студийного микрофона. Это, к сведению, ныне в море ходящих. Тем более, что на данном этапе я тружусь для вас на голом энтузиазме. Так что, кто хочет помочь каналу, номер карты Сбербанка в описании под видео. Во время Первой мировой войны Германия вела военные действия на африканском континенте под командованием генерала Летто Форбика. Один из офицеров немецкого корпуса, капитан Теодор фон Хиппель, обратил внимание на тот факт, что в случае, когда разведчики проникали в тыл противника под видом местных жителей или в форме военнослужащих противника, наступательные операции проводились более удачно и с минимальными потерями. Фон Хиппель сумел проанализировать и сформулировать уникальный опыт таких разведывательно-диверсионных операций в специальном докладе на имя командования. В 30-е годы с этими материалами ознакомился адмирал Вильгельм Канарис, занимающий должность шефа военной разведки и контрразведки немецкой армии Абвер. По его приказу фон Хиппель был опять призван в армию и приступил к формированию отряда профессиональных разведчиков-диверсантов. Первым таким подразделением стал батальон Эббингхаус. В его составе были только этнические немцы, ранее проживающие на территории Польши, знающие польский язык и знакомые с жизнью и традициями этой страны. Бойцы Эббингхауза помогали продвижению немецких войск по территории Польши, сея панику и неразбериху в тылу. Захватывали или уничтожали важные коммуникации, железные дороги, железнодорожные станции, мосты и так далее. Несмотря на то, что действия
Эббингхауза были успешными и эффективными, после оккупации Польши подразделение было расформировано. Но уже в сентябре 1939 года фон Хиппель доложил Канарису о создании подразделения специального назначения, в состав которого вошли профессиональные немецкие командос, 3 офицера и 67 солдат. В приказе, изданном в октябре того же года, было сказано о создании строительной учебной роты для специальных применений 800, и местом дислокации указан город Бранденбург. Рота подчинялась непосредственно диверсионному отделу Абвера. В приказе устанавливалось, что формирование личным составом должно осуществляться только на добровольной основе из числа опытных связистов, парашютистов, разведчиков, саперов и водолазов. Считается, что эта разведывательно-диверсионная группа стала первым подразделением спецназа Германии. Постепенно рота превратилась уже в батальон «Бранденбург-800», и набор в нее осуществлялся не совсем обычным путем. Требования к новобранцам не опирались ни на какие регламентирующие документы, да и требования к новобранцам были необычными. Претенденты должны обладать умением приспосабливаться к различным жизненным ситуациям, быть находчивым и изворотливым, превосходно знать язык предполагаемого противника, а также обычаи, особенности и порядки стран-неприятелей. Сущность подразделения немцы постарались выразить в его девизе «Для Бранденбурга все дороги хороши». Вновь созданный батальон состоял из мотоциклетного и парашютного взводов, а также 4 рот. В первую входили русские, финские и прибалтийские немцы, во вторую – французские, португальские, африканские и английские немцы, третью – югославские и судетские немцы, четвертую – польские немцы. Численность батальона постоянно росла, и в него входили не только немцы, но и представители других национальностей – украинцы, арабы, индусы и так далее. Подобрать нужных специалистов Абверу помогли немецкие военно-учетные управления, которые обладали информацией обо всех немцах, вернувшихся на историческую родину, служившие в армии и желающие работать на Абвер. При собеседовании с кандидатами командование батальона особенно обращало внимание на уровень авантюризма и склонность к риску, а также на неприметность внешности каждого соискателя. В случае удачного прохождения собеседования новобранца подвергали более серьезным испытаниям. Проверка уровня интеллекта, умение мгновенного ориентирования в сложной обстановке, на психологическую устойчивость, на умение импровизировать, на обладание самоконтролем, самодисциплиной и хорошей физической формой. Процесс создания профессионального партизанского спецназа занял несколько лет. Помехой служили бюрократы и соратники Канариса по партии, которые считали, что адмирал создает свою карманную армию и видели в этом угрозу для себя. Но несмотря на такие предположения, оказалось, что за все годы существования подразделения в этой части не было ни одного случая предательства. В ней служили истинные приверженцы политики Гитлера. В батальоне формировались свои обычаи, взаимоотношения между военнослужащими носили дружеский характер, воинские приветствия заменили обычным рукопожатием, строевой подготовкой занимались только при посещении части вышестоящим начальством. И это было не послабление в службе, а необходимость, поскольку вбитие в сознание диверсанта военных уставов могло раскрыть его на боевой операции, ведь чаще всего они проводились в гражданской одежде и на вражеской территории. А диверсанту необходимо было слиться с толпой, стать невидимым, а не козырять военной выправкой и военным лексиконом. Обмундирование личного состава батальона было обычным для подразделений немецкой армии. Диверсанты носили форму егерей, а отличием являлся шеврон на правом рукаве в виде 3 зеленых листьев дуба и желудя на коричневой ветке. Такая же композиция из металла украшала левую сторону головного убора. Приобретению профессиональных навыков диверсантами батальона «Бранденбург-800» уделялось огромное внимание. Учебный полигон располагался в местечке Квенцгут на Квенцзее,
Там располагались казармы, стрельбища, учебные здания и саперно-технический полигон, на котором были установлены макеты реальных объектов, мостов, участков дорог, переездов и так далее. Диверсантов обучали инженерно-подрывному делу и тактике индивидуальных действий, включающих умение скрытного подхода к объекту, бесшумного снятия постов, минирования. Бойцы Бранденбурга осваивали иностранные языки, учились технике работы с парашютом, десантированию на побережье, движению по пересеченной местности при любых погодных условиях, в любое время суток, владению всеми видами оружия и техники. Диверсантов-разведчиков обучали стрелковому делу и единоборствам, вождению всех видов транспорта и военной техники, азам пилотирования, управлению паровозом, фотоделу, способам маскировки, ориентированию на местности, законодательству и обычаям стран противников, основам фортификации, обращению с взрывчаткой, оказанию медицинской помощи и другому. В технической школе Абвера диверсантов батальона учили способам подделки документов, изготовлению печатей и распространению поддельных денежных купюр. Главной задачей диверсантов Бранденбурга было с помощью маскировки просочиться на территорию противника и, используя факт внезапности, помочь основным силам немецкой армии, идущей за ними. Методы, применяемые бойцами данного подразделения, отличались большим разнообразием. При этом использовалась как частичная маскировка, использование одежды и вооружения противника, так и полная, это организация стрельбы, в кавычках, своих войск, и за счет паники быстрого выполнения поставленной задачи. Группы диверсантов формировались в зависимости от характера планируемой операции и составляли либо из 5-12 человек, либо из целой роты. Весной 1940 года гитлеровцы планировали оккупировать Бельгию, Голландию и Люксембург. Перед Абвером была поставлена задача помощь в захвате мостов через реку Маас. Только после захвата стратегически важных объектов немцы смогли пройти к укрепленной линии Пейль в Голландии и деблокировать немецкие парашютные десанты, сброшенные ранее у Роттердама. Ранним апрельским утром группа Бранденбурга, переодетая в голландскую униформу, ушла на задание. Несмотря на принятые меры маскировки, боевой группе немцев пришлось вступить в столкновение с голландскими пограничниками, в которой погибла часть группы бранденбургцев. Им также не удалось разминировать мосты через Маас, и они были взорваны. Однако одной из рот Бранденбурга все же удалось захватить мост близ Геннепа. Для этой операции часть диверсантов была переодета в форму голландских пограничников, которые якобы конвоировали пленных немцев. В нужное время группа открыла огонь на поражение. И пока голландцы приходили в себя, немецкие танки пошли по мосту. Группы немецких диверсантов вели активную разведку на территории Бельгии, Люксембурга, Франции и Голландии. Так, по территории Бельгии и Люксембурга диверсанты передвигались под видом туристов, что позволяло им посмотреть и сфотографировать ряд нужных объектов. Несколько групп немецких диверсантов, изображая беженцев, курсировали по территории Франции и тылам британских войск. Мобильные отряды Бранденбурга, передвигаясь на тяжелых мотоциклах, нарушали линии связи, захватывали мосты, обеспечивали прорыв немецких войск через Арденны и к Маасу. Отряд Бранденбург, одетый в форму солдат французской армии, высадившись на парашютах, захватил форт Эбен-Эмаль под Льежем и мосты через Шельду. Одновременно диверсанты, в кавычках беженцы, осуществляли диверсии и поджоги в Париже, Абвиле и Реймсе. Перед третьей ротой Бранденбурга стояла задача препятствовать подрыву 24 стратегических объектов на территории Бельгии. Диверсантам удалось скрытно подойти к намеченным целям, атаковать противника. Благодаря их действиям удалось сохранить от разрушения 18 объектов. Диверсионное подразделение Абвера успешно справилось с еще одной сложной задачей, поставленной перед ними во второй фазе западной кампании немцев. Взвод диверсантов должен был выйти к нефтепромыслам у Пешельброна и не допустить их уничтожения. Диверсантам удалось врасплох захватить французских саперов, которые готовили взрывы нефтяных объектов, и взять их в плен. В мае 1940 года командование немецкой армии
было озабочено концентрацией на севере Норвегии остатков разгромленной норвежской армии и поручило бранденбургцам их уничтожение. Истребительный отряд из 100 немецких диверсантов, переодетых в форму солдат норвежской армии, провел успешный рейд. Они еще раз подтвердили свой профессионализм и готовность выполнять любое задание командования. Весной 1941 года немецкие войска вошли на территорию Югославии и Греции. Перед бойцами Бранденбурга была поставлена задача захватить ключевые объекты на Дунае, осуществить разведку на вражеской территории и координировать действия наступающих частей вермахта. Диверсанты отлично справились со всеми задачами. Например, разведгруппа Бранденбурга первой вошла в Афины, обеспечила охрану городских объектов и подняла германский флаг над зданием Афинской управы. Также весной 1941 года в учебном центре Бранденбурга проходили обучение новые подразделения. В отрядах «Роланд» и «Нахтигаль» проходили службу украинские националисты, а в отряде «Бергман» – кавказцы. Летом 1941 года немецкая группа армии «Север» захватывала один за одним города и населенные пункты Латвии. Диверсанты Бранденбурга, замаскированные под раненых красноармейцев, подъехали к мосту через Западную Двину. Их внезапное нападение на охрану моста позволило овладеть стратегически важным объектом и открыть дорогу немецким войскам на Ригу. В наступлении немецких войск на Львов в июне 1941 года роль передового отряда немцев выполнил батальон украинских националистов «Нахтигаль», входящий в состав полка «Бранденбург». Перед диверсантами стояла задача проникнуть в город и захватить транспортные и хозяйственные объекты, электростанцию, радиоузлы и вокзал. Бранденбуржцы захватили все намеченные объекты очень быстро и без потерь. 15 июля 1941 года подразделение «Нахтигаль» атаковало один из штабов советских войск, но диверсанты получили достойный отпор. В результате почти вся националистическая группа была уничтожена. Диверсионные подразделения Абвера неоднократно осуществляли операции в тылу советских войск. Ощутимый ущерб нанесла группа немецких береговых диверсантов на Азовском, Черноморском и Балтийском побережьях. Ночные вылазки бранденбуржцев сеяли панику в советском тылу и подрывали моральный дух бойцов Красной Армии. В годы войны диверсантам также поручались функции ведения фронтовой разведки и борьбы с партизанами. Осенью 1941 года для советских войск сложилась сложнейшая ситуация под Москвой. Парашютисты Бранденбурга десантируются в Подмосковье недалеко от Истринского водохранилища, чтобы провести диверсию на водной артерии столицы. Однако спецподразделение НКВД удалось пресечь операцию немцев. В ноябре 1941 года в учебный центр Бранденбург стали поступать советские военнопленные, изъявившие желание воевать против своей страны. Новички принимали присягу и проходили обучение. Диверсии против советских войск получили новый толчок. Группа бранденбуржцев из 30 человек под командованием гауптмана Ланге, в которую входили немцы, осетины, чеченцы, ингуши, высадилась в районе чеченских сел Чишки, Дубаюрт с целью организовать восстание. Советские бойцы обстреляли эту группу еще в воздухе, но Ланге с небольшой группой диверсантов удалось попасть в лагерь местных абреков и пробыть там вплоть до отступления немцев с Кавказа. В ноябре 1942 года местные проводники вывели группу немецких диверсантов к своим. Стратегическое решение Гитлера перенести летом 1942 года основной удар на юг России и захватить месторождение нефти, в которой все более остро нуждался вермахт, требовало профессиональной работы диверсантов. Перед ними была поставлена основная задача – не допустить уничтожения нефтепромыслов и перерабатывающего оборудования. Исполнение задачи было поручено выходцу из отзейского дворянства лейтенанту Адриану фон Фелькерзаму, командиру Балтийской роты полка «Бранденбург-800». Он командовал отрядом, переодевшись в форму майора государственной безопасности. На случай проверки имел поддельное удостоверение. Его группе из 62 диверсантов, в основном это были прибалтийские и судетские немцы, владевшие русским языком и переодетые в форму НКВД, удалось 2 августа 1942 года проникнуть в Майкоп на трофейных ЗИСах, внедриться в систему обороны,
дезорганизовать ее и к 8 августа обеспечить быстрое взятие города. Вечером 8 августа они взорвали городской узел связи и вывели из строя все линии связи. Затем захватили телеграфную станцию. На все запросы передавался один ответ. Город оставлен. Телеграф прекращает свою работу. На следующий день Фелькерзам, перемещаясь по городу, вносил путаницу и деморализацию в действия его защитников, рассказывая о том, что Майкоп скоро будет обойден, а им следует как можно быстрее оставить позиции и уходить. Другие диверсанты имитировали взрывами гранат артиллерийский обстрел, стремясь вызвать панику. Эта операция является одним из широко известных примеров эффективного применения спецназа. Ее часто обсуждают не только исследователи истории спецподразделений, но и обычные люди, не специалисты. На сегодняшний день есть детальные научные исследования операций по захвату Майкопа, позволяющие буквально по часам проследить развитие событий. В объяснительной записке первого секретаря адыгейского обкома в БКПБ Ермакова впоследствии говорилось: «Имея систематическую связь с командованием Красной Армии, мы не располагали данными об угрозе городу Майкопу в ближайшее время. Кроме того, вокруг города Майкопа были произведены окопные сооружения и хотя бы продолжительное время, но бой за Майкоп должен быть. Однако при анализе источников остаются неясными и спорными некоторые вопросы. Так неясно, имелось ли у группы фон Фелькерзама дополнительное прикрытие на случай элементарной проверки, например, звонка в вышестоящую структуру НКВД. Либо это был авантюрный рейд, рассчитанный на панику и неразбериху в готовящемся к обороне городе, а также на известный страх граждан перед карающими органами. Оценивая другие схожие операции бранденбургцев в первые годы Великой Отечественной войны, можно допустить, что они сыграли на страхе и панике. До сих пор остается спорным принципиально важный вопрос, удалось ли немецкому спецподразделению не допустить уничтожения объектов нефтедобычи, так как это было ключевой задачей масштабного броска войск и диверсионной операции в Майкопе. Если верить мемуарам Отто Скорцени и другим источникам, бранденбургцам удалось обеспечить безопасность нефтебаз, что указано среди оснований награждения Фелькерзама 14 сентября 1942 года рыцарским крестом Железного креста. Однако в вечерней сводке Совинформбюро от 16 августа 1942 года сообщалось, что оборудование майкопских нефтепромыслов и все наличные запасы нефти своевременно вывезены, а сами нефтепромыслы приведены в полную негодность. Немецкие войска рассчитывали со взятием Майкопа поживиться за счет советской нефти. Просчитались. Советской нефти они не получили и не получат. Цитата по сфотке Совинформбюро от 16 августа 1942 года. В данной ситуации можно допустить, что информация двух противостоящих сторон подверглась корректировке в пропагандистских целях. Возможно, какая-то часть оборудования была уничтожена, а часть сохранилась. В любом случае, захват самого малого кавказского нефтяного месторождения означал реализацию лишь начального этапа плана по захвату нефтяных источников. Постоянная нехватка горюче-смазочных материалов сыграла заметную роль в последующем поражении вермахта в предгорьях западной части главного Кавказского хребта. И этот фактор сохранялся до разгрома Третьего рейха. Особые надежды и не без оснований немецкое командование возлагало на местных повстанцев. Только на территории Чечено-Ингушской АССР в августе 1942 года действовало 37 подобных формирований. Так, упомянутая группа бранденбургцев под командованием Реккерта, заброшенная на территорию Чечни, опиралась на помощь 400 повстанцев банды Сахабова, хотя это не спасло ее от уничтожения. Значительную помощь войскам НКВД на Кавказе
оказывали 4 отряда народного ополчения, около 80 бригад содействия и более 65 партизанских отрядов, успешно применяющих приемы и методы действия разведывательно-диверсионных групп в борьбе против нацистского спецназа и их пособников. Перелом в войне привел к заметному падению уровня подготовки немецких диверсантов. Иссяк поток предателей из лагерей военнопленных. Трудно стало восполнять потери в личном составе разведывательно-диверсионном подразделении Абвера. В декабре 1943 года был сформирован отряд диверсантов-смертников, который подорвал себя вместе с мостом через реку Влим, недалеко от Приеполя. В 1944 году, после снятия с должности шефа Абвера адмирала Канариса, подразделение диверсантов переподчинили службам СД, РСХА и Гестапо. Затем Бранденбург стал обычной моторизованной дивизией в танковом корпусе «Великая Германия». В мае 1945 года бесславно завершилась история тысячелетнего Рейха, который смог просуществовать только 12 лет. История же первого немецкого спецназа оказалась еще короче. Но после войны практически все бойцы Бранденбурга предпочли мирной жизни службу в различных спецподразделениях различных стран мира. Бывшие немецкие диверсанты в послевоенное время служили в составе САС Великобритании, во французском иностранном легионе, в спецподразделениях США. Также бранденбуржцы переехали в Азию, Латинскую Америку и Африку, став высокооплачиваемыми наемниками, советниками и инструкторами. Например, некоторое время службу безопасности Индонезии возглавлял бывший бранденбуржец. У Мао Цзэдуна, Моэза Чомбе, Республика Конго, и в Египте военными советниками были бойцы, ранее служившие в отряде «Бранденбург». Несомненно, пока в мире есть военное противостояние, специалисты Бранденбурга будут востребованы. На этом, друзья, у меня все. Подписывайтесь на канал. Впереди вас ждут новые выпуски. Всего вам доброго.